А всем привет, это Live Gaming Cruz, это у нас игра Кексторе, веселая, познавательная, обучающая игра, которая затмит все остальные игры мегаграфоном. Да нет, я конечно шучу. Это же скач какой-то, это писец, нам нужно пройти вот этим вот кеком сквозь... Огромные шипы, непонятно откуда-то вылазящие. И тут начинается самая жесть. Их плохо видно еще. Мы постоянно будем умирать. Жалко, не считается количество смертей наших. Эти шипы будут падать. Еще много шипов. Лучше играть на клавиатуре и лучше иметь валерьяночку под руками. Она вам очень пригодится. О чем я говорил? О валерьяночке. Да, именно она. Она родимая. Умирать вы здесь будете очень часто. Умирать вы здесь будете очень часто, мучительно больно, взрываясь, как будто чихая. Когда вы вдруг поймете, что вы вроде бы разгадали все эти тайны и загадки, и Кек вам преподнесет еще одну. Я, кстати, не понимаю, что здесь делает это чумо черное. В таком мире, где постоянно дохнет. И почему оно возрождается? Я тоже не понимать. Ладно. Настроились. Гениальность. Радость. Успех и удача нас ожидает. Раз, два, так. А я запомнил, предпоследний взлетал. Я просто пытался вспомнить, где это чумо летающее было. Кстати, у нас Кек очень даже непонятно. У него тут хвостик есть, и он им будет постоянно напарываться. Это так, на всякий случай вам. Вы будете просто думать, почему я сдох. Хвост. Хвост всех... Всех проблем... Зональный хвост. О, да, это будет долгая ночь. Да, я почти до него дошел, и поэтому остановился и сдох, естественно, из-за хвоста. Со временем научится очень быстро, так вы будете быстро все рассчитывать. Ну, вам будет оказаться, по крайней мере. Так. Вот так вот, тварь. А я тебя вижу. Вот еще одна. Вроде... Так, мы видим тебя в кусте, как спряталась тварь. Есть! Есть! Это уже, наверное, пятый или шестой уровень. Просто те были очень простые, и я решил их не показывать. А не, шучу, конечно. Там я просто сильно нервничался, матерился. Я решил это не показывать все-таки. Бесконечно седали. Когда-нибудь ты собьешься. Еще такая проблема у этого Кека. Он как бы не привязан к этому миру. Если поедет шарик, то он не поедет на нем. Тебе нужно будет бежать по шарику. Это вообще какая-то отдельная история, так что сильно не думай. Есть! Бесконечности далее. Так, странная хрень сверху снизу падает.
ладно, хоть не летает пока. Так, прыжок. Бесконечности далее. Так, я хочется такой, знаешь, двойной прыжок иметь в финале. Вот реально, не хватает тебя, двойной ты прыжок, джекпот, две жизни, да полторы хотя бы. Уи, не получилось. Сука. А самое жесткое, что ты натренировался вот вперед прыгать, да, у тебя более-менее получается. А вот туда ты нихера не тренировался. То есть мозг как бы понимает, а руки-то еще не натренированы. Ладно, поехали. Не будем нервничать. Все так, как и должно быть, тварь. Кек, я предположу, что ты заяц. Хуёвый из тебя заяц, Кек. Давай поговорим о твоей жизни. Поговорим за жизнь, Кек. Кек, ты говно. Я понимаю, почему ты дохнешь. Потому что ты говно, Кек. Что бы ещё про тебя такое сказать? Ты не хочешь работать? Все зайцы нормальные, жрут траву. Общаются с зычихами. А ты кто? Ты Кек. Реально, ты Кек. Миллиметр вправо, миллиметр влево, и ты Кек. Сука, главное не сдохни. Сразу же. Так, а у нас там страшно. Красиво. Фу, я думал, просто она могла взлететь. Вот реально эта хрень могла в самом конце взлететь. Что за шарик? Блять, не заметил. Я стал почему-то подсвечиваться. Ладно, бог с ним. Сука! Педрила! Сука, жди! Пизда рулю! Его там не было или как? Я понять не могу. Откуда? Там нет ничего. Смотри. Херасе, да? Ты думаешь такой, о, херасе. А потом нет. Датуйте. Я не понимаю, зачем мне туда, но пускай. Пускай так. Это я сделал интуитивно, зная подставу Кекас. Сука! Это Капитолька! Ах ты ж не туда. Их, сука! Кек, мать его, что с тобой не так? Не живется тебе, да? Не долечу. Пикачу! 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 Есть! Пикачу сработал. Помним, надеемся, верим и любим. Сука, знать бы раньше. Блять. Твари летающие.
Есть! Есть, мать его, есть! Сука. Ясно. Это так, для разминочки, чтобы жопа не потела. Чтоб блестели яйца. Сука. Мне интересно, почему тот первый не сработал? В чем подстава? В чем смысл? Почему не сработал? Наверное, разраб просто про него забыл. Складывается такое впечатление, что кто-то филонит. Кто-то не хочет, чтоб я помер. Ах ты сволочь недоделанная. Вот за это я тебе поставлю не пятерочку, а 4.5 в стиме. Не доделал одну, тварь. Кек, мать его, зачем, блядь? Блядь, я расстроился. Зажигайся, экран. Так хорошо шел, вместе с Кеком мы были непобедимы. Вроде бы. С насколько нихера. Недоделочка, а вот именно в этом херовом месте. И оно меня бесит, оно будет вспоминаться мне ночами, мне будет оно сниться. Как так-то? Такая крутая игра и недоделанная. Ну да ладно, Кеку похеру, а мы живы. Хач! Сука. Опасные маневры Кека. Ой, нам еще наверх подниматься. Ты думаешь, ты здесь окончил? Херас там. Ты посмотри, тебе нужно наверх, и это действительно так. А вот у нас слева говнецо. Ух ты ж. Шелупонька. Так, а я помню, я проходил эти шипы. Шапку видим, прыгаем, все раз прыгаем. Блядь, главное, чтоб ничего здесь, сука, не было. Ледище. Блядь, страшно-то как. Сучка. Ладно, допустим. Перелет двойной. Блять, повезло. Так, ждем. Момента истины, шляпа упала. Сука, сзади там еще. Шляпа упала. Блять, как мне страшно. Да пиздец. Кек, живи. Невероятно. Еще бы научиться как-то различать летающие и стоячие шипы. Но я думаю, в них разницы нету все-таки. Это подстава называется. Так, идем через шипы, продолжаем движение. Ни на кого не смотрим. Кек, ты супер. Эп, нету ничего. Шляпа ушла, можем двигаться. Так, у меня здесь шипы вылазят, шляпа ушла. Есть. Отлично. Пошли дальше. Кек, ты супер. Мы знаем эту шляпу, мы сейчас наверх будем подниматься. Кек, давай не сдохни. Что-нибудь вылазит там, нет? Сука! Обалдеть!